вот этих депутатов, которые будут участвовать в этих лжевыборах, да, их тоже приравнять надо к изменникам Родины. Победа будет за нами. Открытие объекта секретный. Здесь хранится государственный секрет коррупционный. Орда коррупционеров. Там мелочи. Здесь это видеокамера была. Пустые. Ребят, всем привет. Это город Уральск. Сейчас группа граждан подают уже пятую заявку на акцию протеста. На все предыдущие уведомления акимат отказывал согласовать, то есть отказывал в проведении митинга. Это пятое уведомление, и граждане города Уральска надеются, что власть все-таки удовлетворит эту пятую заявку на митинг. Вообще у нас, конечно, в стране все поставлено с ног на голову. У нас, в принципе, народ должен определять, где проводить акции протеста, митинги, потому что народ является источником власти. И если пикет, митинг адресован власти, значит, по идее, митинг должен проходить напротив акиматов. Но когда власть разрешала проводить здесь, возле акиматов, митинги, она на своих же разрешенных местах не разрешает проводить, там, где людей нету. Сейчас вот подписали, сейчас будут подавать уже заявление, то есть уведомление. Все, народ двинулся к окошку. Единственный инструмент только остался на митинге, это подавать заявки. Каждую неделю будем подавать. Все. Каждую неделю. Я гражданский активист Любовь Бекболат Хамитович. Сегодня 9 ноября попадали очередное уведомление на проведение мирного митинга в сквере Нефтяников, это в районе парк Кирова. Субботу, планировано в субботу 14 ноября 12 часов дня. Неравнодушных граждан просим присоединиться к нашему митингу. Кто против выборов, без права выбора. Также мы против коррупции. Требуем свободы политическим заключенным. Мы, народ Казахстана, не хотим видеть ни в мажилисе, ни в парламенте воровскую коррупционных фальшивых депутатов от партии Нур Отан. Это какая заявка уже по счету? Это по счету пятая заявка у нас уже. А где четыре предыдущие заявки? Был полностью отказ. Но мы все собираем, подаем в суд. Потом мы все эти доказательства отправим в Европарламент. И пускай там наш президент Казахстан Токаев объясняется. Говорил, что у нас слышащее государство, у нас митинги разрешены. А вот будет доказательство, что у нас митинги запрещены, даже одиночный пикет запрещены. Еще мы суд подаем, и никаких результатов нет. Потому что у нас сейчас судебная система полностью коррумпирована. Потому что всем заведует у нас Назарбаев. Я, Журмухамбетов Уладжан Батырханович, хочу что сказать.
Я обратиться к властям хочу. Не надо запрещать митинги. Ничего здесь такого нету. Народ должен говорить. Должна быть гласность и так далее. Которые нам в 90-е годы обещали гласность, демократию, справедливость. Пусть она будет. То есть элементарные, просто элементарные вещи. Элементарные. Люди должны говорить. Мы обязаны говорить. Из-за этого нам ничего не должно быть. Это самое основное. Власти просто должны одуматься. Просто должны одуматься и так далее. Против, мы однозначно против повышения тарифов, против политзаключенных, чтобы у нас не было и так далее. Наши основные требования. Пускай разрешают митинги, ничего здесь такого страшного нет. Рахмет. Мы сегодня тогда 5-й раз қалалық акиматқа ескерту беріп отырмыз. Бізге рұқсат етпейді митингіге. Бұл қандай мемлекет ме? Біз тұрғызып жатсық. Тоталитарлық мемлекеттерді, Совет одағына күлет дедік біздер. Сол заман қазір. Бізде бүгіннен бастап локдаун 2 жұмаға жариялады. Біздің облыстық, қалалық 2 клоун бар. Главный санитарный врач деген. 2 клоун қашанға дейін кейінбің бұйрығымен бас, бізге бұйрық береді. Қашанға дейін бұның көтеруге болады. Да. Бізде локдаун болатын болса, онда сайлауда локдаун жарияласын. Бізге мынандай сайлау керек жоқ. Ешқандай оппозиция жоқ. Оншық партиялармен сайлау өткізейін деп жатыр. Біз де ойлаймыз, егер де қаңтарға локдаун коронавирус ең күшейген уақыты келеді деп жатыр. Пик дейді ғой орысша. Сол пик келе жатыр. Сонда біздер пик уақытында сайлауға барамыз ба? Қандай сайлау бұл? Ешқандай не жоқ. Сайлаудың, біздің сайлау құқымыз бұзылып жатыр. Сондықтан сайлауды кері шегіндіруге требовать етеміз біздер деген. Біз өтім сұрамаймыз біздер деген. Біз өзіміздің конституциялық құқымызды талап етеміз. Мы требуем только свое конституционное право. Мы ничего не просим властей. Так, вот сегодня мы, как видите, мы опять подали очередное, уже 5-е уведомление. Вот. Ну, это будем так же, как и дальше действовать, будем подавать в суд. И вот хочу продолжить вот насчет темы, насчет карантина, который объявила наша местная власть. Местная власть, объявив карантин, закрывая все вот выезды, заезды, ограничивает людям свободу передвижения. Это ограничивает нам заработ, каким-то образом зарабатывать денег и как-то это время... Чем-то питаться мы должны же, правильно? И вот они, вот это когда запрещают, они не думают случайно там, как людям выплатить соцвыплаты какие-то, как весной, допустим, выплатить по 42 тысячи там. Вот это должны они рассматривать. Если вот это они не рассматривают, значит, вот это не должно быть вообще карантин никаким образом. Это они, я как еще раз хочу сказать, чтобы это опять сделано для коррупции. Эти же менты будут тормозить, людей штрафовать, это они хотят таким образом, видать, на бюджет пополнить. Потом по поводу выборов. Выборы, вот хочу сказать тем кандидатам в выборы, которые хотят каким-то, вот сейчас люди пошли там в Нур-Отан, хотят избираться. Вот как сказал Шпекбаев, да, сказал, что вот эти коррупционеры, которые их направляют к изменению Родины, я хочу приравнять вот этих депутатов, которые будут участвовать в этих лжевыборах, да, их тоже приравнять надо к изменникам Родины. Потому что они, вводя людей в заблуждение, вводят наше государство еще более тоталитаризм, феодализм вводят они, откатывают нашу страну назад. Вот этих людей объявить в следующее, вот Косанова в первую очередь объявить надо врагом народа, изменником Родины. Вот эти люди, например, которые сейчас будут тянуть там, каким-то образом на выборы тянуть, не на честные выборы, этих людей надо объявлять врагами народа. Я хочу сказать тем людям, которые должны, если даже пойдут на эти выборы, они должны быть со своим характером. Если, например, если они увидят, что нас обманывают, они должны вывести людей на улицу. В Беларуси, вон, вам пример. Люди не согласны. Там были нормальные депутаты, женщины. И люди вышли за них. И мы тоже должны доказать всему миру, что мы тоже люди со своим мнением. И мы не должны подчиняться воровской власти. Мы должны сказать воровской власти, хватит нам, нас грабит, хватит нас гнобить, мы вам не рабы. Где-то сегодня, а вон тут сегодня, на митинге,
келіндер, қорқпандар келіндер, сіздерге істеме болмайды. Сіздер бірінші рет 3 сағаттан артық ұстайтын олар құқықтар жоқ. Көп болса бар, дыбыдары 3 сағат барып отырасындар, үйлеріңізге жібереді қорқпандар. Қазақ халқын неге сонда қорқақ болып кеттіңдер? Қаяқтан сонда қорқақ болып кеттіңдер сіздер? Шығындар, қорқпандар, өздеріңіз пікірін айтыңыздар, қандай сіздер жағдайыңыз қалай, бәрі жақсы болса, бәрі күшті деп айтыңдар, шамалы болса, сол жағдайыңыз айтыңдар, жұмысымыз жоқ, ана мұна деп айтыңдар енді, не қанша отырасыңдар қорқып сол шама. Мына бәрін шақырамыз, 14-ші ноябрь күні парк Нефтяник стадионы атайын қасында сол жерге келіңіз. Мына мысалы Алматыға рұқсат берілген митингі, соған қосылып біздер мына жақтан өзіміздің пікірімізді айтып бізге қосылайық бірге. Бәрін шақырамыз. Мы хотим видеть в Анжелисе и в парламенте депутатов от народа, а не фальшивых и коррупционных депутатов, мошенников от Нур-Артана. Мы хотим от народа иметь депутатов в парламенте и в Анжелисе.